Привет, меня зовут Даша, сегодня я снимаю видео, опять анбоксинг, опять посылочка. Ага, и вот эта посылочка, я уже вижу по обратному адресу, пришла мне от девушки, которая вот такие вещички делает. Где еще у меня они? А, вот такие вот вещички делает. Вот, прошу прощения за освещение, у меня сегодня искусственное оно, поэтому... Ну, как и в прошлый раз, видим фирменный пакетик, такой вот симпатичненький, розовенький, да, с логотипом Dolly House. Надо же, какая прелесть, она мне опять подарочек прислала. Вот, пакетик был присобачен такой вот очень очаровательным лепесточек, подарок от Dolly House. И вот такой вот брелочек, такой симпатичненький, такой вот в виде такого... Ой, в виде такой шабачки, в виде такой печенюшечки. Вот. В модных таких штанах. Сейчас же в моде кресты, черепа. Такой вот модный, вкусный брелочек, я бы так сказала. Прям прелесть, прелесть, прелесть. Прям... Спасибо огромное. Прям я как бы не ожидала вас-то вообще. Да, ну ладно. Будем дальше открывать. Вот такую очаровательную, ой, говорю вот такую сама, а показать. Вот такую очаровательную брошечку я заказала. Тут русалочки, море сзади, она тоже выглядит так очень достойно. Вот такая вот камея, я ее заказала, потому что как бы я такой человек, который очень любит ретро, поэтому я заказала такую брошечку. Буду ее где-нибудь носить. Вот так вот. Буду взять себе модно. Прямо сейчас нацеплю. Тут, кстати, есть еще такой, такая штучка. Вот. Вот она. Не знаю, видно. Вот. То есть можно продеть какую-нибудь цепочку и носить уже как... Не только как брошка, но и как украшение. То есть двоякая такая красотень. Мне идет. Ну, это так, тут немножко складочки образовались, но я так наспех надевала, поэтому думаю, последнее, что я нахожу, это просто волшебный перстень, так скажем, новинка магазина этого Dolly House. Как бы у меня есть уже вот такой вот вкуснящий, я его тоже как-то показывала, но я просто не смогла удержаться против вот такой вот вкусности. Это просто, я не знаю... Вот некоторые люди так талантливы, что прямо вот восхищаться и восхищаться этим талантом просто безгранично можно. Вот так вот это смотрится на руке. Вся такая шоколадная, вся из себя. Шоколадная девушка. У меня даже блузка сегодня шоколадная. То есть вся из себя просто. Вообще просто, я не знаю, у меня слов нет. Я даже не знаю, что мне больше нравится из всего вот этого, но и вот этого, то есть все такое вот, где брошка, вот, все такое просто, все люблю, мне все нравится вообще. Я просто не бываю, я знаю, тут дурной тон на себе видеокамеру любоваться, но я просто не могу держаться, уж ты меня извини. А, да, по желанию. Желаю тебе таких же вкусных посылочек, как только что я открыла. Вот, чтобы ты всегда радовалась им и вообще радостных тебе вкусных шоколадных эмоций. Пока, пока, пока-пока.